Добрый вечер, уважаемые подписчики моего канала на YouTube. Самое главное, не курите, это вредно. Не так давно было возбуждено уголовное дело в отношении по факту демонстрации на фоне мечети в Москве. Девушки полуобнаженные и так далее. В этом усмотрели оскорбление чувств верующих. Я слышу сейчас от многих, подумаешь, она малая дура, все остальное, знаете, вот здесь не должно быть политики или военных стандартов. Абсолютно правильно. В отношении нее возбудили уголовное дело. Россия многонациональная страна. Здесь живут и вместе люди разных религий, разных вероисповеданий. Здесь живут много национальностей, мы должны уважать друг друга и не оскорблять чувства друг друга. У меня есть много друзей, и мусульман, и буддистов, и евреев тоже. И мы уважаем и понимаем друг друга. Я уважаю их веру, они уважают мою. Я не кричу, что моя вера самая главная, а их вера ничто. И они то же самое не допускают по отношению к моей вере. И вот такие провокации, они действительно только приведут к тому, что разделят нашу страну на определенные лагеря, что и на руку нашим внешним врагам. Поэтому абсолютно правильно возбудили дело, абсолютно правильно, пусть ее судят. Другим будет неповадно. Большое спасибо. Добрый смотритель.